Навел марафет. Сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировки гроба. Этот перманентный рисунок сильно не нравился актрисе. Скандально известный сын актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, около полутора лет назад заявил, что стал удалять татуировки со своего тела. А они у него практически везде. Начал с самого заметного – лица. А процесс сведения парень показывал в личном блоге. Как оказалось, до конца мужчина дело так и не довел. Но шоу «Док-Ток» Первого канала он признался, что это не так просто. Лицо отекает, а к финишу идти слишком долго. Тем не менее, от главного рисунка, который сильно раздражал Елену Яковлеву, он более-менее избавился, по крайней мере, изменил его. Маме не нравится гроб на лице, вот я с ним навел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб, рассказал он. В итоге вместо черного ящика на коже Шальных красуется нечто бесформенное. Возможно, это не конечный результат, и на его месте появится что-то иное.